Соединение шестивалентного хрома – сильные окислители. Хромовый ангидрид, оксид шестивалентного хрома, активно реагирует с органическими веществами. Посмотрим, как хромовый ангидрид будет реагировать с ацетоном. Продукты реакции ацетона с хромовым ангидридом – углекислый газ, вода и оксид трехвалентного хрома. Оксид трехвалентного хрома зеленого цвета. А теперь посмотрим еще раз на крупном плане, как взаимодействовали хромовый ангидрид и ацетон. Когда вся масса хромового ангидрида превращается в оксид трехвалентного хрома, реакция прекращается.